Здравствуйте, меня зовут Бехсонов Сайдбурхон Умарович. Работаю в муниципальной школе США, Павловский район. Вот у нас сегодня спортивные соревнования. Участвуют девочки с 8 до 16 лет. Я для их готовлю шурпа, национальный таджикский шурпа готовлю, чтобы хорошо выступали. Баранина шурпа готовлю для народа Павловский район. Скажите, пожалуйста, как вы готовите шурпу? Помидоры, перец сладкий и лук, и вот баранины, курдука баранины, жир, чистый курдучный. Ну, я думаю, летом приправа не нужна здесь, потому что все они вот свежие, приправа своим огородом. Ну, из чего вы сказали состоит, да? А ну вот сколько его приблизительно готовят? Во времени? Во времени от силы полтора часа, и так все готово. Но в основном вы готовите на костре ее, да? Да, да, вот видишь, на костре готовим. Шурпа на костре и плов тоже на костре надо готовить, чтобы вкуснее. Ну, наверное, ароматнее, душистее получается на костре, конечно. Попробуй, пожалуйста. Вот, наверное, вы накормите сегодня весь Павловский район своей шурпой, да? Вот, вот какая ароматная. К сожалению, жалко, что камера не передает аромат. Да. Вот этой шурпы. Вот и все. Вот, это ошибка была в садника перед Валентина Петровна, вот так. Мы хотим, чтобы вы нам сказали немножко пару слов. Thank you.
как урдюк, да? Да. Это же